Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Даржиди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня поиграем в игрушку Безумие. Так, ну что ж, давайте начнем. Вот эта игрушка, в принципе, уже давно существует, у нее уже 6 миллионов подписчиков, почти что уже 7. Вот, давайте посмотрим. Так, какого черта, где я? Так, пациент, представьтесь. Отлично. Так, вот он я, пациент Дариди, я Синди. Очередной неудачник. Делай, что я скажу, и проблем у тебя будет меньше. Хорошо. На территории есть магазин, там всегда можно прикупить что-нибудь для жизни или чтобы выжить. Хорошо, в магазин зайдем. Так, майка. Купи майку. А, медбратья с тобой, как обычно, не церемонились. Так, отлично, купить за 100 денег. Денег. Так, безумие и агрессия — это твои боевые параметры. Жми, чтобы прокачать, а то буйные не дадут тебе расслабиться. Какие-то буйные. Так, безумие, хорошо. Вы видели это? Он бился об стену. Жесть. Так, да, не зря тебя сюда заперли. Идем прогуляемся по корпусу. Хорошо, давайте. Карта. Так, тут какие-то мозги. Ух ты, блин. Так, здесь ты будешь работать. Работа грязная, ничего, привыкай. Так, вот я пошел сюда. Так, собрать по палатам утки. О, жесть. Ну чего ждешь, жми, за это платят. По палаткам утки нужно собирать. Так, ты нашел... во время работы попадаются... заначки пациентов, собирай их, пригодятся. Хорошо. Так, собрав набор заначек, можно получить временное усиление. А, вот, я собрал, типа, набор заначек. Так, набор заначек собран. Используйте усиление, которое позволит тебе больше работать. Так, а что у тебя с собой? Давай посмотрим. Рюкзак. Так, лечение. Это лечение в бою. Купи одно, думаю, тебе сейчас понадобится. Хорошо, купим. А вот и мое развлечение. Пойдем, я тебе познакомлю с буйными. Так, Михаил. Так, я лично ставлю на Арни. Хи-хи, давай, нападай. Агрессия 16, безумие 11, уровень 1. Так, жми на кулак, будешь тянуть... Арни ударит первым. Так, это бинт, и тут, видимо, стекла в бинту перевязаны. Давай еще раз. Так, Арни почти вынес тебя, используя лечение, которое купил. А теперь добивай. Отлично. Идет загрузка. Ты получил 500 глазов, глазных яблок и 500 денег. Так, удачи, хотя вряд ли ты долго протянешь. Отправляйся в подполье, бои или на работу. Так, подарок. Удвоение глазов. Так, наш подарок всем новичкам. Удвоение, получаемое в игре опыта. Хорошо, на 3 дня где-то. Безумие. Давайте безумие улучшим. Ух ты ж, блин. Агрессия. Давайте улучшим агрессию. И ярость. Выносливость. Нельзя повысить. Так, собрать все. Пойдемте поработаем. Так, не захвачено. Продать не захвачено что-то.
Так, что у нас еще есть? Вот он, мой уровень, 6, видимо, я даже иди так. Есть карта. А, тут все по номерам расписано. Лечебное отделение. Так, ух ты. Клопа задавил. Так, это моя комната. Какой-то бонус мне дадут через 4 минуты. Так, магазин. Внешность. Можно внешность поменять. Отлично, мне вот это нравится. Так, что-нибудь. Возьмем ножик или... Такие когти у меня будут. Давайте когти. Можно? Я могу купить, нет? Выбери слот. Выполнить комнату отдыха 5 раз, чтобы можно было, видимо, татуировку наносить. Так, задание есть. Встречают по одежке. Я вот смотрю на себя, выглядишь ты погано даже для этого места. Приведи себя в порядок. Может, после этого и работу будут чаще подкидывать, пока ты годен разве что утки выносить. Для перехода к работе нажмите на значок. Так, выполняется. Так, собрать по туалетам утки. Прогресс. Давайте нажму на карту. Где я эти утки могу собирать? Комната, так, задание. Также есть значки у меня. Вот один значок у меня есть. Когда я полностью соберу их... Ух ты, что-то из картов сделано. Когда полностью их соберу, мне дадут бонус. Так, сумка есть. Можем посмотреть, что у меня тут имеется. У меня ничего не имеется, по ходу дела. Записки. Записок у меня тоже есть. Кубики, кости. Давайте бросим кости. Так, вы выиграли 500. Отлично. Сколько я могу? 7 раз сыграть? Ты уверен, что хочешь сыграть в кости за пилюлю? У меня есть пилюля? Давайте сыграем за пилюлю. Выиграли 19 тысяч. Отлично. Далее. Достигнут 20 уровень. Нифига себе, так быстро. Ну-ка, давайте бросим кости еще раз. А, мне что, выпал глаз? Это было удвоение опыта, и я сразу 20 уровнем стал. Нифига себе. Так, ух ты, однерочки. 55 тысяч мы выиграли. Давайте еще бросим. 5 тысяч. Еще раз, это прикольно. Так, достигли второго уровня в кости. Далее расскажем. Рассказать друзьям, давайте расскажем. Все, больше не могу кидать кости. Собрать выигрыш. 19 тысяч опыта мы получили и стали 25 уже уровнем. Да, я круто. Давайте расскажем. Быстро мы с вами так раскачались. Так, бросаем кости. Перекидали. Еще раз бросим кости. Заберем выигрыш. 19 тысяч опыта, и мы стали уже 28 уровнем. Заберем выигрыш. Мне нужен сейчас, мне кажется, больше опыт. Бросим кости. Пять тысяч. Давайте еще раз. Загрузка. Я сейчас все пилюли с вами потрачу.
Уже у меня третий уровень. Так, далее. Заберем выигрыш. Отлично, мы уже 34-й у меня уже уровень. Расскажем друзьям, давайте. Так, ну все, поиграли в кости. Мутаген тут какие-то есть у нас. Можно что-то смешивать. Ну, я тут пока ничего не буду трогать, и мне кажется, это для меня сложно. Так, значит, у меня 34-й левел. Давайте нажмем на карту. Так, нападем на Андрей Макара. Ух ты, у него собачка. С одного удара мы его сняли. Фига себе. Ну, конечно, у меня 34-й уровень. Получил 1500 и 500. Давайте на Елену нападем. Ух ты, такая Елена красивая. Получай. Как быстро мы их всех убиваем. То есть сначала, мне кажется, нужно играть в кости. Чтобы быстро раскачаться. Макс. Сейчас мы всех их одолеем. Загрузка там еще будет страшные такие всякие. Так, уровень 105 у него, нифига себе. Мы его навряд ли победим. А нет, победили, почему? Я думал, не победим, нет, победили. Что мы заберем? Давайте посмотрим. Ух ты, смотрите, какой страшный. Давайте нападем на него. Фига себе, да мы всех с одного удара убиваем. Мы красавцы. Все, я больше не могу нападать пока что. Так, мне нужно на работу, что ли, найти? Так, безумие. Давайте улучшим безумие. Ярость улучшим. Раскачаем нашего героя. Агрессия. А нельзя сразу там намного прокачать, допустим, сразу на максимум или на 20. Ну, в общем, тут качаемся, раскачиваемся. Прыгая в кости, не знаю, еще раз сыграть. До 4 уровня. Ух ты, заберем выигрыш. Да, нам опыт нам нужен. Тем более он удваивается. Да, конечно. Просим кости. Не фартит. Окей. Мне самое главное сейчас опыт все-таки. Можно какие-то артефакты получить. Можно даже получать деньги, доллары. А, нужно купить один голос, 4 бакса стоит. Нифига себе, 500 голосов, 2000 баксов и плюс 800. Неужели кто-то покупает? Так, ну все, на этом закончилось у нас. Халява.
У меня уже 42 уровень, как бы мы быстро раскачались. У Ивана это 28, у меня уже 42. Я толком не научился играть, но... Так, не хватает денег. В общем, вот такая вот игрушка, ребят, вот. Ну, как-то так, вот. Какой-то вот такой обзор. Может быть, я не очень понял, как в нее играть, но все же мне как-то повезло, и я аж дошел до 42 уровня. Вот, мне, значит, фартит, везет. В этой игре повезло мне. Всем, кому понравилось видео, не понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И впереди будет много чего интересного. Может быть, не знаю, какой-то совет мне дадите. Как вообще в нее играть? Ну, об игре что-нибудь напишите в комментариях. Ну, я с вами прощаюсь, с вами был Дарит, ребят. В общем, всем удачи, всем, всех благ. Пока-пока.